Друзья, привет! Сегодняшнее видео я хочу посвятить ценам в Москве и Подмосковье. А точнее, хочу вам показать, что можно купить на 2000 рублей в Москве или в Подмосковье. Очень интересно будет. Нихуя, лысая хуйня. Но имею в виду, ход отличный. А, вернее, знаете на сколько? На 2130... Нет, подождите. Под итог какой-то. Короче, на 2000. Фрося, отойди. Давай, давай. Начинаем. Блять, а вам цены надо, да, говорить? Вода. Красная цена. Ну, все, как вы любите. По-челицки, так сказать. 2 литра стоит. Долгое видео будет. Вода. 2 литра стоит. А, мы ее спиздили вроде, не покупали. Вода. Блять. Нахуя мы воду спиздили? Ну, вода вроде недорого стоит. А, так давайте я вам продиктую, нахуй, да? Наверное, проще будет. Бля, что делать-то? Какие видео-то не умею записывать. А, так давайте я вам продиктую чек. А вы знаете и так, как что выглядит. Адреналин Rush. Одна банка стоит 83 рубля. О, здесь хуй найдешь так. Ну, давайте заморочимся. Подождите, чтобы спойлеров не было. Хуя, найдите-ка здесь адреналин, охуеть можно. Да? Ищем. Хуя, 20 минут про цены, еще никто не говорил. Все старались брать, красная цена. Так как денег нет, сами понимаете. А, блядь. Короче, не буду показывать, нету адреналина, он еще там. Вода негазированная, двухлитровая бутылка стоит, вот такая, 16 рублей. Печенье сахарное с изюмом, 300 грамм, 30 рублей. О, заебись, не смог устоять. Видали, как много и за 30 рублей всего. Вообще, забесь. Нельзя на курином уходить в магазин, не советую. Печенье каскад, это я вам показал. Нектар яблочный, 80 рублей. Нектар, ну это чтобы витаминчики были. 80 рублей, 2 литра. Что у нас еще есть? Пряник тульский визитный. О, нихуя. Вот такой. 4 штуки. Одна стоит 18 рублей. Что у нас еще дальше идет? Конфеты коровка, шоколадная вафля. 250 грамм, 50 рублей. А, вот. Вот такая. Это индусам купили, чтобы угощать их. У них же корова священная. Пусть и едят корову хоть так. Дальше. Кетчуп острый. Какой-то пакет 350 грамм, 50 рублей. Сейчас, друзья. Не расходитесь. Самое интересное впереди. Ёбаный коп. Сука. Сука. Жрет куру, представляете? Ой, извините, пожалуйста. Не попал на вас? Наверное, попал. Так, на чем я остановился-то? Кетчуп я не нашел. Масло подсолнечное. 103 рубля. Охуеть. 103 рубля. Просто охуеть. Лук репчатый 1 килограмм. 20 рублей. Но он рассыпался на улице. И поднимать не стали, лень. Томаты сливовидные. Красные 1 килограмм. 42 рубля 99 копеек. Что за хуйня где? А, вот. Во, помидорки. Вся хуйня там. Матите, хуятите. Что еще есть у нас? Горчица столичная с хремом. 100 грамм 21 рубль.
Короче, тоже где-то есть. Верьте на слово, что я бы такое не придумал. Печенье овсяное, 400 грамм, 31 рубль. Во, горчица. Помните, я вам говорил про горчицу? Или это не горчица? Горчица с хреном, вся хуйня. Что сейчас-то еще кто помнит? А, кетчуп, помните, говорил? Вот кетчуп. Блядь, что же я искал? Печенье овсяное. На, вот. Печенье овсяное. 31 рубль. И рис золотой ключик. 82 рубля. Охуеть, и риски стоят. Во, и риски золотой ключик. О, давайте попробуем. 5 лет не ел риски. Ну все как в детстве, видите, фантик, хуянтик. Не крошится надо, а жевать. Пломбом пизда. Конфеты, батончик, рот, фронт. Нихуя. И рот, и фронт. Рот и фронт. How much рот и фронт? Блять, надо и рис куда есть, подождите. Рот фронт 70 рублей стоит. Мэсот сгущенка с сахаром 23 рубля. МД сгущенка с сахаром. А, ну вот. МД красная цена, сгущенка с сахаром. А? Это на пробу чисто так погорбить. Масло растительное под оливковое. Чё? Бля, рисок мало. Какое-то масло еще. Мы не брали масло подсолнечное, оливковое. Что происходит? А, лето и было оливковое. А, это и было. А, оливка была и вот то, а это обычное. Но это мы с вами обсуждали. Рис. 100 рублей, короче, 90. 90 рублей рис. Охуеть, 90 рублей. А таи, так так же и таи. Мука пшеничная 80 рублей. 78-70. Вот она. Видите? Все. Печенье традиционное, юбилейное. Вот такое. 27-20. Перец черный. Перец черный. 20 грамм, 20 рублей. Бедро какое-то подлинное. О, нет. Бедро вот такое, 800 грамм. Чё? А, 1 килограмм, 178 рублей. Вот такое. Ну, видите? Так. Еще есть голень ЦБ, охлажденная, 750 грамм. 154 рубля. Вот такая хуйня. Ну, видно? Знаете, посмотрели. Так. Масса особная твороженная. Короче, массы вот такие твороженные. Так творога захотелось или творогу. Такая хуетень стоит... Короче, они разные. От 60 до 70 рублей. В зависимости, что там, изюм, курага или что еще. Бля, с риской тяжело. Ну, и рис вот такие. Пятерочка, спасибо. Молоко сгущенное, цельное с сахаром. А, вот. Вот такая. Сгущенка. ГОСТ, главпродукт. Блять. Масса. О, ластик-стиратели. Вот эти ластики-стиратели дали еще. Несколько штук. Вообще они стоят 50 рублей, но дали бесплатно. Сигареты Ротманс. Одни 109 рублей. Нихуя себе. Бонд 109, а Ротманс с кнопкой 100 рублей. 95 рублей. Все, охуенное видео. Если вам нравятся такие унылые, вонючие, неинтересные видео, ставьте лайк, друзья.
С вами был я, Юрий из центра. Ну все, теперь пока точно. Да, Муся?